Жатаи готовят к запуску установку для сжигания мусора. На экспериментальной площадке находится Саргалана Федорова. Емкость загружает бытовые, пищевые отходы, стекло, металл, пластик, дерево. Затем под воздействием высоких температур мусор обезвреживается. А в пробном образце мусор пока загружают вручную. В дальнейшем технологи Жатайского завода планируют автоматизировать процесс. В республике проблема с мусором стоит остро. Насчитывается порядка 470 свалок. Но эта установка пока является лабораторной. На промышленную эксплуатацию требуется значительное финансирование. Оборудование планируется запустить до 1 апреля. Если оборудование пройдет успешно апробацию, то проект включат в дорожную карту по развитию местного производства.